Лайк, подписка, бубенцы. Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Бла-бла-бла-бла. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее. И сегодня мы с вами начнем проходить Мистер Хупс 2. Да, наконец-то, целая неделя прошла с момента релиза, да, я знаю, я был занят записью Эмюр, я очень много заморачивался с теориями по зайцу. В общем, было чем заняться, вышло наконец-то Мистер Хупс Steam-версия. Прям все четенько. Начинаем. Я не знаю, будет ли какое-то отличие в релизной версии от демо-версии в самом начале. Брошенная, как и я когда-то. Поэтому мы начнем обязательно прям вот отсюда, прям вот с самого начала. Потому что черт его знает, может быть, есть какой-то контент, который мы с вами не видели, допустим, да? О май. Давайте зайдем. Вот. Сейчас посмотрим. Я думаю, сделаем следующим образом. И я думаю, что вы меня поддержите. Подожди, а как это должно... Прикольненько. В общем, смотрите, как мы с вами сделаем. Мы сейчас будем проходить данную игру просто как прохождение. То есть без каких-то заморочек, без особо сильного поиска... Ух ты, монетки появились, ты смотри, что. Без особо сильного поиска секретов. Почему? Объясню. Здесь эти секреты спрятаны достаточно тщательно. Найти их действительно реально. То есть это не из серии чего-то там, ну просто невообразимо страшного, невообразимо сложного. Просто на это требуется большое количество времени. Да, мистер Хопс? Ну просыпайся, малой. О, как это злой, сучонок. И я побегу, пожалуй. Ты какой-то психованный. Мне не нравится. Воу-воу-воу. Ну ладно, ты, я же идеально прохожу. А такой человек у меня специально подтормаживает для того, чтобы сделать страшный скример. Вот. Эстер, мы пытаемся заснуть. Сквасилась Эстер, наша маленькая бабуля. Бабулечка наша. 52-й год. Ты опять нас всех разбудила? Тебе опять приснился кошмар, Эстер? Это не просто сон, Исаак. Он повторяется вновь и вновь. Может, это что-то значит? Может, это значит, что ты сошла с ума? Я не сумасшедшая, Молли. Вот вы где дети, держите. Теперь у вас будет еще больше вещей, которые можно раскидывать. Новые игрушки. Какой милый зайка. Иди твою налево. Кажется, я уже видел их. Но они довольно жуткие. Вот и нет, они милые. Я назову свою игрушку мистер Бо, а мисс Бо. А я свой мистер Страйпс. А ты как назовешь свою Эстер? Хуёс Эстер. Мистер Хоп. Хуёс Эстер. Извините. Мистер Хопс. Playhouse 2. Театр мистера Хопса. Прятошки. Прячки. Так вот. Отправься на поиски Молли и Исаака. За монетки можно покупать различные скины, по-моему, еще какие-то штуки-дрюки. Будем этим заниматься, блин, где-нибудь за кадром. Я, скорее всего, монеточки пофармлю, пошарюсь, все это поизучаю в тот момент, когда... Когда буду на 555 раз проходить данную игруху уже без записи. Почему без записи? Потому что сейчас мы ее пройдем. Посмотрим на хреновый финал. Потому что он будет по-любому хреновый. И после этого я уже буду самостоятельно искать всякие секретики. Какая это у нас остроумная, Молли. Еще красивая и сообразительная. Начинай считать у лифта, мы пойдем прятаться в библиотеке. Сейчас я вам покажу, кстати, одну приколюшечку в библиотеке. Там есть тоже... Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Подожди-ка, здесь, мистер Хоп. Текс, играй в прятки. Там есть одна пасхалочка, не пасхалочка, секретик, не секретик. В общем, сейчас я вам покажу. Здесь, на вот этих стеллажах, есть целых две книги.
которые отличаются от остальных. На них нарисованы такие грустные рожицы. Сейчас я покажу вам. Вот здесь, вот видите, на книжке на синей нарисована грустная рожица, прям вот над рукой. Теперь слушайте внимательно. Слышали щелчок? Это не просто так. Это не просто так. В демке этот прикол тоже был. Теперь нам нужно найти на противоположном стенде точно такую же книгу, но только красную. А я еще думаю, нафиг здесь стоит вот эта табуретка? Ну, ей же абсолютно нечего делать. И потом начал просто вот так вот прыгать и нажимать кнопку действия. Потому что такое в играх бывает. И бывает очень-очень нередко на самом деле. Подожди, вон она, я ее пролистал. Эть, вот здесь она. Опа, второй щелчок. А вот теперь побежали наверх. О, май, еще одна монетка. Пишите в комментариях, какие бы скины вы хотели открыть для Эстер. Я их обязательно открою. Так, нечестно. Сказала Эстер. Ломаем эту штуку-дрюку. Штукин-дрюкель. И теперь, опа, опа. Ой, что-то у меня, по-моему, зарядка села. Вот здесь открывается тайная стена. Я не знаю, кто этот человек, но написано яйцо. И, опа, есть какой-то подарок. Есть какой-то подарок. Не знаю, что это такое на самом деле. Но никакую ачивку не дали за него. Да, игру я запускаю впервые, соответственно, у меня не собраны никакие ачивки. Все ачивки мы будем собирать по ходу действия. Да, совершенно верно. В первой части, кстати, там ачивочки гонят. Но, как обычно, мне нет равных в прятках. Не думаю, что можно менять места во время пряток. Совсем не весело играть с тем, кто жульничает. Жульничает? Да вам еще повезло, что я вообще с вами играю. Не могли бы вы говорить потише? Вы где прячете? Да, мисс Беверли. Тишина должна быть в библиотеке. Где же никого, кроме нас? Мы можем пойти куда-нибудь в другое место. Я схожу за мистером Хопсом. Вообще он мистер Хоп, потому что Хопс... Вот это S, это окончание C. Ой, должно быть, я поставил тебя слишком близко к краю. Бывает такое. Охота на енота. Я не знаю, может быть, что и... Будет все то же самое. Было бы странно. Оп, глаз пошел. Эть, не подсматривай. Притворяться не вариант. А еще я сейчас готовлю топ 5 крутых, страшных историй из жизни. Да-да-да, да-да-да, ребятушки. Топчик будет сделан буквально на днях. Я думаю, что в начале следующей недели я уже его опубликую. Так, хорошо. Воу, он ушел. Надзиратели ходят по коридорам, это я знаю. Опа, нет у меня. Глупая, глупая надзирательница. Тебе меня не поймать. Ой! Ну подожди, я же спрятался. Она что, меня так быстро прям на расстоянии схватила, что ли? Тебе за резиновая рука? Ты женщина резиновая рука? Я не верю в это. По-моему, это бредик. Монеточки. How I can get this? Oh, I can. Maybe we can... Put in this... Что это? Как правильно сказать стул, я хуй знает. Так, подожди. Нам нужно попасть... Нам нужно попасть... Красноречиво, не правда ли? А вообще нам нужно попасть в кухоньку. Я это прям помню очень хорошо. Блин, ну здесь нам прям как будто бы никто не мешает. Блять, пробежал. Пробежал. Так, вот в такие места надо доглядывать, потому что мало ли, может быть, что-нибудь здесь да и будет. Мисс Бо-бо-бо-бо-бо. Какая большая, страшная, злая панда. О нет, только не это. Так, давайте-ка возьмем. Как ты спустился? Добавлено новое задание, и я знаю его, нам необходимо вернуться в постельку.
Да, за монетки откроем новые скины. Пишите, какие скины вы хотите открыть. Пишите. Не знаю, что там делаешь, Эстер, но если я снова застану тебя в постели... Не, в постели будет спать в подвале. Я понятно выразилась? Да, мисс Беверли. Кровать! Сейчас же. Окей, я попрыгаю. До кровати. Подожди. Мисс Бо здесь. А, полосатый тоже здесь. Полосатый мистер Стрипс. 6-6. Дыбом волчья шерсть. О, какие глазюшки. Я... Не надо пугать меня так. Хе-хе, привет. Иначе я уписаюсь. Так, ну здесь мы знаем уже, что делать. Рази. Рази-мрази. Воу-воу-воу. А, вот он, подонок паскудный. Уходи, порошок. Что за шепота ненужная? Подожди, а... Не здесь ли? Нет, не здесь ли? По-моему, где-то в самом-самом низу. Добавили звуков, представляете, в игру? Ой, больно в ноге! Здесь сейчас будет... А, нет, не сейчас. Еще монетка. Так, и у нас... А, появились шипы! Так, по-моему, где-то... Да, наверху. Наверху, потом внизу. Кулак появился. Рука дьявола. Ууу, пукан! Ой, больно в ноге опять! Прекращайте! Так, по-моему... Ебать, Blasphemous, Blasphemous прям. Не, по-моему, я обшибся. По-моему, не здесь. Ай, опять больно. Хотя... Не обшибся тут. А вот это, по-моему, как раз-таки в обратной стороне. Опа. Ой, меня сожрал! Габонец вообще! Нельзя так делать с милыми девочками. Вы что, совсем что ли с ума посходили в этой своей ебаляндии? Блять, да что ж такое? Так, сейчас пройдем спокойненько. Опа. Так, аккуратненько. Надвигается. Ой, надвигается. Паразит. Паразит, уходи. А, он снизу. Ой, да что ты будешь делать-то, а? Как вариант не попадать. Как вариант не попадать. Вот что будем делать. Это было, блин, потно. Умела бы она еще перекатываться, вообще бы цены бы не было. Цены бы ей бы не было. Есть контактушка. Так, теперь нам надо увидеть костер обязательно. Теперь можно, кстати, не бояться того, что мы шумим. Нужно подавить огонь, пока весь дом не сгорел. Ой-ой. Хватаем ведрище, таз какой-нибудь там, носки, в котором получат, прям с носками хватаем, неважно. Вот на тень. Еще монетка. Да вы что-то угораете. Может быть, это баг? Может, их можно спамить? Нет. Не спамить, а фармить. Я неправильно выразился, не нужно об этом писать в комментариях. Вы поняли меня?
Не пиши об этом в комментариях. Подожди, а если зайти сюда еще раз? Нет, ничего. Я просто неправильно выразился. Заливаем шары. И, собственно... Ой, какая дрянь! А? Кто здесь? Молли. Холли Молли. Что значит эти символы и почему я продолжаю их видеть? Я не знаю. Наверное, это какой-то знак. Так. Молли. Надо с ней сейчас встретиться и... По-моему, оскорбить ее. Вчера вечером ты оставила мистера Хоппа на кухне, из-за тебя у меня были проблемы. Что, это не я, зачем твой мистер Хоп, когда у меня есть мисс Бо? Какая склочная девчонка, ты уверена, что не ходила во сне? Знаешь, если бы ты не вела себя принцессой и попыталась быть не такой вредной, ты бы там, не знаю, там что-то там действительно понравилось, по-моему. Ой, нос зачесался изнутри, по-моему, это не к добру. Тебе стоит пойти извиниться. Ага, сейчас прям делать-то мне больше нечего, да? Нечем мне что ли делать больше, извиняться еще перед ней? Перед этой мымрой крашеной. Ни за что. Так, ну мы с вами знаем, что она внизу, она в библиотеке. Но... А вдруг здесь? Не могу просто удержаться. Ну не могу я, простите меня, Ну извините, ну не могу я удержаться от того, чтобы здесь не шерстануть. Вообще странно, конечно. Может, в этом шкафу что-нибудь есть? Я не знаю, но зачем здесь табурет? Скажите мне, пожалуйста. То есть вот так же я делал и с книжками, с книжной полкой. Может быть, вот здесь что-то есть? Нет? О, зачем? Детка, ты не в ту сторону пихаешь. Прозвучало двусмысленно, не спорю, но извините. Монетища, прикинь, я знал. Я знал, что так можно сделать. А вот выдвинуть табурет нельзя. Печаль. Печаль, беда. Может быть... Ладно, нет, не буду вас мучить, ребят. Поставьте за это лайк, пожалуйста. За то, что я вас не мучаю. Мы сегодня обязательно посмотрим новый контент, серьезно. Потому что мы сейчас... Молли, куда ты пошла? А пошла она как раз в библиотеку. А в библиотеке прошлый кон был пожар. Давайте глянем сейчас. Пожара нет. Эй, Билли, ты не видел Молли? А как ты тут оказался? Я скажу тебе, где она, если ты принесешь мне мяч из кладовки. Мисс Беверли отняла его у меня, потому что ты мелкий засранец. Нам нельзя входить в ту часть дома. Ну, если тебе не интересно, где Молли... Ладно, хорошо. Ну, ладно, хорошо. Интересно, можно опять открыть эту херню? Конечно, я не уверен, но... Пунч! Разве вам не интересно испытать игру на прочность? Можно. Но толк с этого прям по нулям. Я так... Подожди, но мы не нажимаем, получается, книги. А зачем тогда надо было нажимать книги, если стул есть? Ведь стул же есть. И книга нажимается. Дожди.
Сейчас нажму вторую книгу и сбегаю еще раз вон туда наверх. Просто на паузе. Не, ребятушки, к сожалению, абсолютно ничего не поменялось. Не знаю тогда, зачем это сделано. Зачем коробки? Подожди, а мы их можем юзать? Нет, не можем. Ладно. Что это было? Подожди, я не понял, что это было. Что было-то? Верни, били мяч. Слышь, били мяч. А, подожди-ка. Я понял. Я не знаю, зачем я это делаю. Ну ладно. Давайте посмотрим, что здесь. Картинная галерея. Красиво. А тут что? А тут не открывается. Ну, может быть, здесь тоже можно что-нибудь открыть. Не знаю, я потом попробую протолкать. Потом я попробую, конечно же, протолкать. Опять же, подожди. Здесь я нажал. А вот здесь не нажал. Может быть, в цветочном горшке что-нибудь спрятано? Спрятано-то, да? Нет, ничего не нажимается. Очень-то жалко. Очень-то. Вы же не поверите, насколько же мне. Ну-ка, Хорошо. Мой внутренний жид торжествует. Я нашел деньгу. Деньга — это всегда радость. Деньга — это всегда счастье. Деньга — это всегда хорошо. Мы можем открывать новые скины, представляете? Представляете ли вы это? Я сомневаюсь, что представляете. Подожди, а здесь... Так. Уже интересно. Здорово, бабуль. Че это? Ой, больно в ноге. А где... А, чекпоинт рядом, отлично. Бабка. Блять. Надо было сразу бежать, наверное, да? Ну неужели это придется делать в два цикла, да? Ну прям. Я не поверю ни в жизнь. Да? А. Who's there? Насрали, я не знаю кто, ну, не кто-то. А что делать теперь? То есть я сейчас по-любому попадусь? Ведь так получается? Да. Это сделано только для того, чтобы можно было взять... Я понял. Подожди-ка. А как тогда это должно сработать-то, я не понял. То есть вот здесь как бы меня не палят, да? Так выходит. Вот хитровыебанный алгоритм, что ли, надо придумать? Я чё, блядь, алгоритмометр, что ли, какой-то? Я не понял тогда, как быть-то?
То есть, ну да, монетку я здесь возьму. Стоп, нахуй. Я не знаю, сейчас попробую смертельный номер. Сейчас. Получилось. Короче, за два раза надо. Надо за два раза. Я пошел. Сначала пробегаешь туда, двигаешь, в общем, эту фигню туда, потом роняешь ту банку, опять пробегаешь, короче, двигаешь, опять пробегаешь, потом прыгаешь. Вот нормально получается. На. Нормально получается, короче. На. Нормально, говорю, получается, короче. О, мистер Хопс. Привет. А вот и мяч. Может, Хопса заберем? Э, Хопс, пошли со мной. Я не могу туда спуститься. Ну ладно, пойдем. Нажимаю. Отпустила. Это было не по-настоящему. Такого не может быть. Мне просто нужно поспать. Охренеть, не встать. Да что же такое происходит-то, а? Что за наркоманские штуки-дрюки? Валиума какого-то нажрались, что ли? Ну-ка. Сидит, читает, падла. Ладно, пусть читает. А теперь надо на обратно еще, да, попасть? Ой-ой. Сейчас пройдем нормально. Пока она будет стоять тупить возле полок. Стрёмная сестра. Без риска идем. Мне этот риск не нужен, зачем он мне? Никакого риска не должно быть. Все, все хорошо. Что хорошо кончается. Держи свой долбанный мяч. О, ты достала мой мяч. Теперь ты скажешь, где Молли? Ну, точно не знаю. Ну, ты что обманываешься? Что? Но зная Молли, она, вероятнее всего, в спальне на втором этаже. Восточного крыла, север, юг, запад, восток. Ага. Там. Там. Ух ты, господи, а ты смотри. Обманул нас, подлец. Гаденыш мелкий нас обманул. А здесь нам надо будет прятаться, нет? У нас тут будут... Ну, день же. И здесь нам можно ходить. Ведь правда? Да. Да-да-да. Да-да-да, как сказала бы Катя. Так, пошли. Второй же этаж, он сказал. Мисс Бо? Мисс Бо? Почему ты здесь одна? А где твоя хозяюшка? В смысле, мы пригрели мисс Бо? Извините перед Молли. А где ее возьмут, чтобы перед ней извиниться? Мне же фактически-то надо саму Молли, а ее что-то нету. Молли, ты здесь? Ты решила утопиться, что ли? Давайте смоем. Вот, скорее всего, вот эти стулья можно будет двигать. И где-нибудь вот здесь добывать монеты. Конечно же. Но это же прям очевидно. Это они молодцы, что такое придумали. Опаньки, а что такое? Это знак. Это знак. Это... Оооо, Special Stage, какого черта? Ой-ой-ой-ой. Я не понял тогда, стой. Стой, я не понял, а как? Так это вообще элементарщина странная. Если бы я знал, я бы ни в коем случае бы так не подрихтовался. Я просто не был готов к такому испытанию. Ну серьезно. Она пригибается, бежит сама вообще абсолютно. Пригибается вообще четко прям. Вот эта девка. Ну это я, конечно, ему форы дал. Куры я, конечно, ему дал. Но это элементарщина, ребят. Кстати, интересная штука. Мне нравится. Знаете, почему я так хорошо прохожу такие вещи? Я вам попозже скажу. Сейчас пройду. А, я просто протупил! Потому что я протупил!
Я протупейла! О, божечки моя! Божечка моя, я протупейла! Это уйстой жизни! Бедный Эстер! Бедняжка Эстер! Что я натворил? Я чувствую твою пупоболь. Сейчас тебя догонит этот большой мохнатый кролик-извращенец. И все. И чё? А-а-а. Медальон фаунд. Лох. Лохматый лох. Так вот, у нас иногда в конторе отключают интернет. Ну, потому что контора находится в ебенях, а интернет у нас там проводной. Добавлено новое задание. Прекрасно. Вот. И я нехрен делать в браузере на динозаврике играю. Знаете игру на динозаврике в браузере, нет? Зря. Подожди, а мне? Тебе надо сделать все это сызнова, что ли? И восточное крыло опять заново обыскать? И найти мисс Бо? Вы, блин, серьезно сейчас? Вы, блин, не издеваетесь, не угораете с меня, ничего? Ой, зачем ты спряталась, детка? Точно мисс Бо надо будет найти. Ядреный батальон. Ну окей. Так у меня и монетку отобрали, что ли, ироды? Ой, не сюда. Слив засчитан. А, не, монетка есть на месте. Тогда я вообще не понимаю логики. Как это работает, ребят, поправьте. А чего они тут за урны с прахом какие-то стоят? Ой, еще монетка. Зачем это было нужно? Я не всегда догоняю логику. Видите, прям урны с прахом везде стоят. Зачем, непонятно. Ебать, у меня этих монеток уже. Я миллионер практически монетный, я могу купить теперь что угодно. Монеточки! О, Михельмени-кельме! Начальника радовался, собой доволенный! И ребят, кто-нибудь видел Молли, а? Кто-нибудь Молли видел? Молли фасоли? Нет? Где это Моль? Слушай, нету Молли тут. Вы Моль не видали? Нету Моли, нет проблем. Я только на кухне не смотрел. В остальных спальнях я везде все посмотрел. Не надо сейчас меня обманывать. Вы обманываете старого человека. Так, тут у нас что? Ничего. Как что? Ну и на кухне-то ее нет уже. I don't know. Давайте вернемся к этому пацану. Скажем, пацан, ты чё вообще нас обломал так жестко? Ты на кого прям наговариваешь? Я миссис Бобо вот нашла, а домой-то Молли след просто. Нет ее. Нету ее. Молюшки-то нету. Нету ее, Женьке. Извините, перед Молли. Да я-то с удовольствием. Что за бред? Дайте шанс. Дайте шанс извиниться. О, привет. Эйди, видела Молли? Ты это слышишь? Шепот, зло бродит по коридорам. Здесь что-то есть. И ты тоже в курсе?
А? Так. И что теперь? Мне надо сделать еще один круг почета по всем этим гребеням. Или что? Или пойти уже в свою комнату? Тут бродит зло, я согласен, плохо все. Ну так давайте же изгоним его. Все вместе, все на своем месте. Что это за рука страшная? А теперь Исаак исчез. Эстер, мы знаем, что Молли и Исаак где-то прячутся. Их накажут, когда найдут. А теперь прекрати волноваться и возвращайся в постель. Хорошо. Будет сделано. Я так и, конечно же, и... Мистер Стрипс, нифига какой-то здоровый стал. Мисс Бой, ты тоже большая. Они поглотили души детей. Мистер Хоббс, ну ты же ничего не поглотил. Какого черта-то ты такой здоровый? Или я чего-то не знаю? Опять. Петля. Глава пятая. Так, ребятушки, давайте-ка мы, наверное, пятую главу глянем уже с вами в следующей серии. Потому что, ну, контентик мы новый посмотрели, заценили, быстренько все поиграли, прошли. Очень много монеток надыбали. Хватит на сегодня. Не забывайте проставлять ваши лайкосики, оставляйте комментарии, заходите в группу. Ссылочки в описании. Иди твою мать, нифига себе, какая большая морда пролетела. Под видео на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами был Евгений или Матрикс. Всем пока-пока, еще увидимся.